Вот. Решил записать следующее видео с озвучкой. Здесь как у нас следующий босс стоит в окружении четверых стрелков, поэтому нужно сначала перебить их. Нужно делать все аккуратно, чтобы не попали. В принципе, все легко. Начнем с первого. Спин. Второго сразу же атакой. После чего мы отбегаем. Главное, не по прямой, иначе попадут. Здесь прячемся за стену и ждем. Как только агро спадает, можем бежать и добивать тех двух. Старичок поднимается, можем собрать ништяки. Ворота закрыты. Пока. Здесь я советую дождаться его, просто спрятаться за стену. Он успокоится и ударит в спину. Так мы заберем одну жизнь. Босс на самом деле фармится вообще на изи. Вот. Собственно, минус одна. И начинаем атаку. Не всегда это, конечно, хорошо получается отразить. Ничего сложного в нем нет. Очень, кстати, хорошо работают сюрикены. Бросаешь, удар. Бросил, удар. От прыжков и уворачиваться это пока никак. Каждый прыжок. Немножко в текстуры. Очень хорошо, если поймать в момент, когда он прыгает сюрикеном. Тогда нормальный урон по концентрации его проходит. Ничего страшного, у нас есть еще одна жизнь. Встанем и добьем. Вот и все. Но все-таки как эффектно. Все, ладно. Всем хороших просмотров. Подписываемся, ставим лайки.